Сразу после празднования Дня города, то есть после 9 июня, у органного зала может появиться скульптура Христа. По крайней мере, на это надеются студенты и преподаватели Академии музыки и театра. Они рассказывают, подобная скульптура во дворе костела уже стояла. Это подтверждают старые снимки. Статую вылепили год назад. Вместе с ней в композицию входят еще две – апостолов Петра и Павла. Пока троицу оставили у главного входа в институт, разместить ее перед костелом по согласованию с властями собирались еще перед универсиадой, но в итоге сроки постоянно сдвигаются. Это фактически за даром сделать такой подарок для города, потому что если каждую скульптуру оценивать, они бы обошлись у 1,2 миллиона как минимум, вот эта работа. А мы потратили 1200, ну, по 300 тысяч. Вот так.